Здравствуйте, сообщество YouTube. Спряталась сейчас в тенечке на улице. Посмотрите, сегодня у нас 7 ноября. Гуляем на горке. Вот внизу у нас бухта Севастопольская. Северная сторона там виднеется. Приехали отдохнуть, на дни рождения отметить. Такая замечательная погода. Барбарис растет, смотрите, какой красивый. Поедем, наверное, сегодня куда-нибудь погуляем. Так что приглашаю на прогулку с нами по городу-герою Севастополя. А мы пока принимаем воздушные ванны, солнечные ванны. Погода восстановилась, погода действительно приятная, крымская осень, теплая, солнечная. Просто в удовольствие даже в тенечке в такую погоду посидеть, вот в таком вот виде, как летом. Моя собачка бегает где-то там. Димон, Дима, иди ко мне. Носится, ему тоже эта погода очень нравится. Да? Ой, уже что-то на себя нацепил. Что мы на себя нацепили? Какую-то траву. Так что такой Крым, такая погода. Гуляем по Жидиловской стороне. Вот такая вот смотровая площадка нашли. Вообще место, конечно, от Яблоневой улицы. Вот такие дорожки. Ни разу тут не гуляли. В общем, пошли посмотреть. Такая красота. Что, пойдем дальше гулять? Вот это место Северной бухты, куда впадает речка Черная в Черное море. Ну, в саму Северную бухту. Тишина, птички поют. Вообще красота сегодня, а не погода. И на море вот такой вот штиль. Наш мальчик устал, отдыхает. В комку улегся и лежит. Ну, этих энергия, мне кажется, вообще никогда не прекращается. Сказали, устали, а сами носятся. Облазит всю трубу. Плавучая мастерская. Делают катер какой-то. С той стороны дальше там военный корабль стоит. Такая вот яхта красивая, деревянная. Катерочки. Интересно тут. Вот это плавучие доки. Весь ремонт ведутся. Это все рабочих транспорт. Улица Ангарская называется. Уже часа два, наверное, гуляем. А я не устал ни капельки. Вот хорошо, значит, можно еще гулять. Мы еще, мам, погуляем еще 5 часов где-то. Что такое? Тяжело? Чего? Мам, сколько мы километров прошли? Ой, не знаю, мне отключилось. Надо было включить опять, я опять не включила. Ну, где-то километров 5, наверное, в ту сторону прошли. Километров 5 обратно идем. Километров 10, наверное, нагуляли сегодня. В общей сложности нагуляем. Нормально. Вдоль всей Северной бухты, тут до Жидилова. Вот снова собака. До мореходной. Вот.
пещерка такая. Сверху лес. Там, правда, его уже сверху тоже весь позастроили. Места мало осталось. Так же, как и в той стороне. Тима. Такой плывучий большой кран впереди. Сейчас у нас будет поворот тут наверх. Пойдем домой. Проход через заводик. Он стоит на ремонте судно военное. А мы все ближе к дому. О, смотри, варят. Видишь, варят дно судна. Название не видите, как называется? Нет, тут название. А, там надо было сбоку смотреть. Сварка работает. Сварные работы. Корпус ремонтируют. Новый, смотри, кран работает. Угу. Кран работает, да. Все, практически поднялись. Сейчас чуть-чуть. И наша улица. Погуляли вот так вот мы сегодня хорошо. Конечно, где мы с вами только не бывали, сегодня я вас с собой взяла по такому необычному месту, где никто из туристических блогеров вас сюда не сводит. Это именно маршрутные места, такие для прогулок местными. Пройтись с собакой, выкчу прогуляться. И домой. Не ехать никуда не надо, ни парки искать. Это обычная местная прогулочная зона для тех, кто хочет пройтись вдоль бухты. И отдыхающих здесь, конечно, вы не увидите. Зато очень интересно походить и посмотреть, как работают мастерские. Раньше здесь тихо так было. Несколько машин. И все. А, все. Заяц наш чуть не убежал. Вот такое место. Это не туристическая сторона Крыма.